Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке очередной microSD карточка с адаптером. То есть до этого на канале был SanDisk Extreme Pro. Ну а сейчас просто SanDisk Extreme. Тоже размером 64 гигабайта. То есть обычная стандартная поставка. Единственное отличие от существующих, то есть это новинка, а именно с... Если предыдущие версии шли с первым релизом, то здесь со вторым. То есть основные характеристики — это 160 мегабайт в секунду, это скорость чтения, ну и 60 мегабайт в секунду — это запись на эту microSD. То есть применяется для смартфонов, для 4К съемки, то есть сертифицирован. Ну и также Android устройств, ну и экшен камер. То есть формат microSD. Так, ну и есть адаптер для переноса либо использования его в других устройствах, где применяется именно обычный стандарт SD карточки. Так, вот что из себя представляет на обратной стороне. Технические характеристики представлены. То есть microSD, третий релиз, то есть поддерживает съемку в ультра HD качестве. Так, ну как обычно, то есть водозащищенная, от температуры защищена, то есть от падения, ну и от X лучей. Как и в предыдущем варианте, здесь идет код внутри этой упаковки, то есть программы восстановления SanDisk. То есть, ну, единственное отличие от предыдущей версии, то есть там было на 2 года, здесь на 1 год. Так, ну и применяя те или иные устройства, то есть можем добиться скорости до 104 мегабайт в секунду для этой карточки. Так, ну 64 гигабайта — это если делить на 1000, если делить на 1024, то у нас получается размерчик чуть меньше. Так, ну и давайте посмотрим, как себя ведет карточка на чтение и запись устройства. Так, ну и давайте проверим на скорость чтения и записи Extreme SanDisk. То есть вот он у нас здесь есть на 64 гигабайта. Ну, сами понимаете, что не 64, ввиду того, что 1024 приходится байт. То есть получается у нас 59,4 гигабайта. Так, ну и заявленная скорость 160 мегабайт в секунду чтения и 60 мегабайт в секунду записи. Но я хочу оговориться, то есть это зависит от устройства. То есть мы проверяем на ноутбуке, ну и картридер достаточно старый. Проверим мы при помощи вот этой программки. Так, сейчас мы выберем диск, то есть вот он. Так, ну и начнем тест. Ну вот, как видим, появляются файлы из этой программки. Я уже до конца не буду записывать этот диск microSD карточку, потому что помимо того, что проверяет скорость, то есть здесь еще проверяет на целостность. То есть я приостановлю. Так, ну и давайте проверим на скорость чтения.
Ну и вот вы пронаблюдали скорость записи и скорость чтения. То есть непосредственно microLED карточки SanDisk Extreme. Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. До следующих распаковок. Всем удачных покупок. Так, и до свидания.